Только за последние 6 дней в Ненецком автономном округе произошло 5 пожаров. В этом году количество возгораний по сравнению с прошлым годом выросло на 27 случаев. Что делать, если вы стали свидетелем пожара, расскажет Василий Хатанзейский. С начала этого года на территории Ненецкого автономного округа произошло 144 пожара, хотя год еще не закончился. По сравнению с 2020-м, в этом году количество возгораний увеличилось. Наблюдается рост по количеству пожаров, год еще не закончен. И с приходом сильных морозов у нас снова участилось количество пожаров. Вот за последнюю неделю, за 6 дней у нас произошло 5 пожаров. Это практически каждый день. Причем 3 из них произошло по электротехнической причине. Один из-за перекала печи, и один пожар произошел из-за нарушения требований пожаробезопасности при проведении огневых работ. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам соблюдать требования пожарной безопасности. Не загромождайте пути эвакуации, приквартирные холлы и подступы к пожарным кранам и электрощитам. Не перегружайте электросеть, не оставляйте без присмотра детей, убирайте спички в недоступные для них места. В очередной раз хочется обратиться к гражданам, должностным лицам, соблюдать требования пожарной безопасности, особенно с приходом сильных морозов. Провести еще раз ревизию электрооборудования, то есть не допускать эксплуатации поврежденных электроприборов, поврежденной электропроводки, провести ревизию средств пожаротушения, огнетушители, пожарные щиты, провести проверки средств пожарной автоматики, это в организациях на предприятиях, это системы автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожарах. Если вы стали свидетелем возгорания, в первую очередь нужно оценить обстановку и возможность предотвратить распространение огня, придерживаясь техники безопасности. В случае, если ситуация вышла из-под контроля, нужно немедленно вызвать пожарную охрану по короткому номеру телефона 101 или 112. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».